сети интернет появилось видео ДТП, которое произошло 13 мая на Куйбышевском шоссе у дома номер 10. Автомобиль совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора легковушки. После ДТП водитель покинул место происшествия. Однако затем он вернулся пешком с признаками алкогольного опьянения, чтобы забрать потерянные номера. Но попытка взять незаметно свой госномер не удалась. Его опознали свидетели ДТП. Полицейские задержали нарушителя. В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено, что скрывшимся автомобилем управлял 49-летний житель Казани. В настоящее время в отношении данного водителя судом было принято решение о назначении ему наказания в виде административного ареста. Лихач пытался уйти от ответственности, но в итоге ему предстоит самостоятельно оплатить ремонт поврежденных автомобилей. Надо отметить, что подобных ДТП в 2019 году на территории Рязанской области было зарегистрировано 137. В случае, если водитель скрывается с места происшествия, игнорировавшему факт ДТП водителю грозит административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 12 до 18 месяцев, либо арест до 15 суток. Не следует также забывать, что такой вид правонарушения, как оставление места дорожно-транспортного происшествия, несет в себе опасность для жизни и здоровья, возможно, травмированных участников дорожного движения. Госавтоинспекция не перестает напоминать об обязанностях водителя в случае факта ДТП. Он обязан немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, принять меры для оказания доврачебной помощи пострадавшим, вызвать скорую помощь и сообщить о случившемся в полицию.